Особую роль психологии в воспитании будущих педагогов обсудили в Елабужском институте КФУ на мероприятиях, приуроченных к неделе психологии. В рамках акции студенты посетили психологические тренинги, мастер-классы по тайм-менеджменту и стрессоустойчивости. 10 апреля в университете был организован мастер-класс «Тайм-менеджмент. Управление временем для студентов». Также прошла и лекция на тему «Эффективная коммуникация как основа личностной успешности», где преподаватели рассказали о правилах слушания и о способах продуктивного общения. В любом отрезке жизни эти знания нужны. И сегодня конкретно мы изучали, как правильно слушать. То есть слушаем мы постоянно, мы в межличностном общении, даже сейчас вы меня слушаете. То, как мы слушаем, оно очень сильно влияет на наши взаимоотношения, на наш профессионализм, на уровень наших знаний. Организаторы убеждены, главная цель образовательной акции в том, чтобы сделать научную теорию доступной и понятной. Психология в настоящее время – это наука, которая интересует всех. И маленьких, и взрослых. И вот наша как раз задача, проводя ежегодно неделю психологию, это популяризовать психологические знания среди всех слушателей, сделать психологию доступной для каждого и в то же время привить интерес у студентов к саморазвитию и самосовершенствованию. Студенты с интересом посещали занятия, внимательно слушали то, о чем говорили на мастер-классах. Ведь все эти знания можно с успехом применить в жизни и профессиональной деятельности. Сейчас мы прослушали приемы внимательного слушания, я думаю, несомненно, помогут нам в нашем обучении. А как преподавателю будущему, это, несомненно, важно найти общий язык как и со своим коллективом, так и со своими учениками. Анна Глазунова, Динара Магомбетова, Айдар Салихов, Универньюз.